Я много раз говорил, что люди здоровые, они могут сразу начинать с синхрогимнастики. 5 минут в день для того, чтобы поддерживать творческую работоспособность, физическую активность, тонус, без всяких тоников. 5 минут в день. Раскрепощающе. А люди с психосоматическими заболеваниями, со страхами и с тревогами сначала должны сделать разгрузку, ключевую разгрузку. А это делаю только я в скайпе, потому что это нужно делать под контролем, правильно объяснять. Или звоните в Альтета. Альтета. К моей дочери Шейла Алиева. Она как раз таки лучше всех делает разгрузку. Профессиональный психолог. Альтета. Или ко мне в скайп. Да. Так что до встречи, друзья. До встречи.